Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду рисовать акриловыми красками по ткани. Это мой первый рисунок, вообще первый опыт. Выбрала я вот такое вот милое привидение. Буду его повторять на ткани. Рисовать я буду вот такими красками по ткани. Компания называется Декарт. Стоили они порядка 200 рублей, чуть больше 200 рублей. Все баночки с краской яркие. Размешала их уже. Рисовать буду на вот таком белом кусочке бязи. Я его уже отгладила и прикрепила при помощи прищепок на досочку, которую завернула в полиэтиленовый пакет, чтобы не испачкалась. Распечатала картинку, и чтобы перенести ее на ткань, я ее вырезаю и обвожу простым карандашом. Также можно это сделать при помощи копирки. Чтобы аккуратнее обвести рисунок, в некоторых местах я его приклеиваю прямо к ткани бумажным скотчем. Потом скотч удаляется без труда. Вообще при таком способе переноса рисунка лучше использовать специальные маркеры, которые исчезают от высоких температур или при стирке. У меня пока такого нет, поэтому использую простой карандаш. Теперь приступаю к самому интересному – окрашиванию. Весь свой рисунок я заполняю белой краской. Кстати, окрашиваю я синтетическими плоскими кистями. Они жесткие, ими очень удобно работать по ткани. Все окрашено и подсохло, теперь буду прорисовывать детали. Я беру, просто вырезаю нужную мне деталь, прикладываю и обвожу. На упаковке с краской написано, что полностью краска высыхает через 2 часа. Мне так долго ждать не хотелось, поэтому я подсушивала все феном. По белой краске рисовать и окрашивать очень удобно, но я думаю, если взять ткани более темного цвета, например, синего или черного, то там понадобится белого цвета 2 или 3 слоя, чтобы рисунок был более яркий. Вот потихонечку красками я начинаю прорисовывать все детали. Кстати, здесь нужна будет еще тонкая кисточка, я ее не нашла, но нашла выход. Взяла обычную плоскую кисть, выстригла ее ножницами и получилась тонкая.
И вот мой рисунок почти готов. Осталось обвести контур и добавить кое-какие детали. Все это я делаю тонкой кистью. Белым цветом я дорисовываю блики на глазах и язычке, и мой рисунок будет готов. Оставляю его сохнуть на 24 часа и проглаживаю через ткань утюгом. И вот готовый рисунок через 24 часа. Кстати, эту надпись я сделала немного позже, в кадр уже не попала. Я рисунок просушила хорошо, прогладила горячим утюгом через ткань. И вот результат. Пока еще не стирала, но чуть попозже обязательно попробую постирать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Всем пока-пока!